Как сделать жизнь на Ставрополье лучше? Пошаговая инструкция к действию. Губернатор края Владимир Владимиров встретился с активом регионального отделения Общероссийского народного фронта. Сопредседатель центрального штаба Ольга Тимофеева передала главе региона пакет предложений по улучшению качества жизни в регионе. В документе 24 пункта. Они касаются основных направлений, по которым должен строиться диалог власти и общества. В принципе, это наша жизнь. Это зарплаты учителей, это оборудование в больницах, на которые мы обращали внимание. И у нас есть ряд предложений, как сделать так, чтобы это для края работало эффективнее. Губернатор поблагодарил активистов за помощь и подчеркнул, что приоритет для властей Ставрополья – повышение качества управления регионом. Я очень сильно верю в том, что Общероссийский народный фронт, его отделение в Ставропольском крае, инициативы, которые сегодня делает наш президент, они направлены на две вещи. Нам нужно наводить порядок в нашем обществе, и нам нужно искать людей, новые кадры, которые будут наводить порядок в этом обществе и развивать его. Кроме того, как прозвучало, в начале следующего года Ставрополье может стать площадкой для проведения форума активистов ОНФ «Юга России». Власти края готовы оказать организационную поддержку.